Значит так, последний раз спрашиваю, вы собираетесь покупать товар в нашем с вами магазине? Сколько это все будет просто так пылиться на полках? Всем здорово, друзья мои. Значит, короче, тема такая. Те, кто совсем уже такой чувствует себя максимально вальяжно при входе к нам в магазин. Короче, висел у нас там типа домофон, поняли? Все, новая тема. Теперь будет специальный датчик, который будет измерять температуру воздуха и пропускать, собственно, через сетчатку глаза. Кто закрыл глаза, в хату не вошел. Поняли, короче, нововведение, чтобы вот это не было, типа, кнопка сжатия. Ой, спина болит, поясницу зацепила чуть-чуть. Значит, смотрим. Нижние полки показывать не буду, потому что я могу просто развалиться. Не ссыте, друзья мои. Обычный обзор, все как вы любите. Значит, что, давайте я сейчас быстренько вот так вот медленно. Не хотите ля-ля? Давайте просто пройдусь. Ой. Вот так вот. И далее. Поняли, короче? А тут еще недавно у меня такой, короче, прыщ вскочил на лбу. Сидели, гадали, что оно такое. А потом вспомнили. Ну, у меня уже как полдня, поняли, короче, секса не было. Ну, то такое. Главное, все наверстали. Ваша задача заценить товар на полках. Все остальное можно не воспринимать максимально всерьез. Все, что вы видите сейчас и видите в предыдущих роликах. А что в предыдущих смотреть, их уже там, может, что-то уже поменялось. Сейчас вообще все как-то зыбко стало, друзья мои, с продажами. Все такое, знаете, остановилось. Но если хотите, я могу вам предложить из того, что есть. А есть это практически все. Вот этот хрусталь. Вот это вообще я не понял. Ля, что не взять на подарок? Типа, ля, какая-то икорница. Я вот подозреваю, реально, она будет смотреться максимально гламурно. Поняли? На столе подчеркивать ваш какой-то дурацкий полированный стол, замызганный. Но так будет стоять на ней вот это. И она прикроет практически своей красотой все то ваше абсолютно ни о чем. Поняли? Все, ля, одна. Она же выделяется. Ай. Она же выделяется. Вы видели? Ля. Вот что тут смотрится еще, кроме одного вот этого? У вас что, глаза уже позаросли, ничего не видите при входе? Значит так, долго разговаривать я не собираюсь и упрашивать каждого из вас, потому что мне это чуждо. Мы те, откуда... Значит так, остались сервизы. Все сервизы, практически вот все. Вот все, что связано с вот этим. Предновогодняя тема, короче. Раз, два, вот эти вот. Цены договорные. Причем такие вот пришли. А я не знаю, надо вам это? Ну, тем не менее, информацию я кину, а вы решайте сами. Кружка, если что, 250 рублей, ни капли дешевле. Поняли? Минская тема. Вот она, ля. Раз. Хопа. Сорт второй, все дела. Ушла, короче. Если надо, все вот это типа договорное. Вы пришли, ну как обычно я это говорю, и поторговались. Не 100 рублей, там 50, а чуть-чуть больше. Это то, что касается этих сервизов дурацких, которые уже 100 лет максимально стоят, как вкопанные, друзья мои. Понимаете, о чем я? Вот так вот. А я за что? Пойдемте дальше. Что такое, ля? Как инвалид уже. Это все работа. Работа тяжелая. Вы что думаете? Просто так вот это. Ля-ля справлять легко и просто. Попробуйте каждый. Попробуйте. А потом будете понимать, за что вы ставите лайки. А то ж ставите бездумно. И думаете, что ля поставила лайк, а так и что оно. Нет. Каждый, кто ставит лайк, ставит за конкретные показы. Поняли? Все. Вот так вот.
Короче, молочники были, я уже показывал. Все, идем вот так вот, мелечком, поняли, ля? Вот так вот, раз, раз. В любом случае, друзья мои, наши постоянные подписчики, которые постоянно смотрели, 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 и им все-таки это надоело, этими роликами мы привлекаем новую аудиторию. Новый виток начинается. 2021 год. Телеки вот эти развалюхи надо? Все в сарай, курам, коровам, ля, поставили, сидят, смотрят передачи. Поняли? А я отдам по дешевке. Если шо, Василь поможет загрузиться. Вот это, ля, из типа новинок. Вот все, что есть, ля, вообще идеальное. По 150 за каждую. Но их всего, друзья, 3 раза. Пришли, заценили, собственно, сами по себе, какой он внешний вид у него там, все дела. Ля, одна синее, другая синее. А это какая-то более светлая. Я не знаю, с чем было связано. Не дали в краски, что ли? Поняли? И все. Поняли? Ё-моё, нерв ущемило в пояснице, походу. Ты шо, какой желтый чайник? Золото! Это ж следующий год, год золотого быка. Да! Или белого. А шо, белые быки бывают? А я не знаю. Короче, все вот это, вот я специально для вас прохожу медленно, чтобы вы успевали, потому что когда в магазине вы пересматриваете, глаза у вас что-то в разные стороны, и это сильно заметно. И вы не видите ничего, потому что у вас все сужается и расширяется. Сужается, расширяется. Глаза бегают, как я не знаю. Как будто вы в туалет хотите. Друзья мои, расслабьтесь. Музычка ретро. Вы здесь в полной безопасности. Тем более мы такую штуку на ворота уже прицепим. Вообще реально. Здесь вот действительно будет чистейшая, полнейшая безопасность для каждого нашего посетителя. Поняли? Все. Скоро будем вводить эти спецпропуска. Я уже это говорил ранее, еще в том году. Ну а год прошел как день. Поняли, что-то такое по щелчку мгновенно. Что называется, и пернуть не успели. Он пролетел просто так, ля, вообще. Поэтому будем в следующем году планировать спецпропуска для каждого нашего подписчика и стараться работать только исключительно с аудиторией нашего YouTube-канала. Да, а вы как думаете? Что так просто так, что я, бля, посмотреть хочу? Можно зайти. Посмотрите на YouTube, заценили, поняли. Увидели, выцепили конкретный товар, который вас больше всего интересует в этой жизни. И пришли целенаправленно для того, чтобы вы могли не просто так потратить свое время, шаландаясь, оббивая пороги нашего с вами магазина, но и купить впоследствии нужную вещь и тем самым порадовать своих друзей, знакомых, близких, которые придут к вам в гости, хотя сейчас не модно ходить к кому-то в гости, ну его еще дороже выходит, чем хотелось бы. Но тем не менее, родные-то приходят, такие, ля, откуда такой чайник, ты шо? А я купила там-то, там-то. Но только не надо говорить, где, потому что придут, не зная наших правил. А им потом будут тут такие, ля, ты шо? Люди! Где вы? Кто продавец? Продавцы! Эй! Эй, где вы там? И выйдут на улицу обратно. Поняли? Здесь царит полная тишина. И каждый из вас может сосредоточиться на покупке данного товара. А это именно все. Не важно, что это посуда будет. Это будет вот эта вот вся ерунда на этом стеллаже, на вот этом и на вот этом. Это все может быть вашим. Зачем али гроши? Тем более, каждый товар, который лежит здесь, он имеет возможность снизится по цене и в вашу пользу. Поняли? Все, короче. Вот это вот порешали. Далее, здесь то же самое. Обратите ваше внимание, сколько хлама на каждой из полочек.
Просто вот оно как набито, как соты, короче, ля, уложено. А вы такие ходите. Я понимаю, что каждую деталь я вам быстро сейчас не покажу, потому что уже практически мы заканчиваем наше с вами вещание. И тем не менее, друзья, каждого из вас мы приглашаем к нам в наш с вами магазин в гости, чтобы приобретать. Напоминаю, покупать. Потребитель должен потребить, а не получить информацию. Я вот это вот хотел, вот эту кружечку увидела. Ой, 40 рублей, и это дорого. Нету у нас такого, бабушка. 40 рублей? О, пойду поторгуюсь. Все, взяли кружку, пошли торговаться. Забрали за 20 рублей. Ладно, бабушка, вам как пенсионеру 10 рублей. Собирайте за 5. Все ушла, короче, поняли? Только для наших максимально бабушек. Все тут практически вот так вот. Гуляй, душа, бери все, что хочешь. Поняли? Все вот так вот. Скажите мне, пожалуйста, друзья мои, в каком таком магазине действует такая система скидок? То же самое здесь. Все, что вы вот увидели, ваше. Просто забрали, короче. Поняли? Вот и я же зашел. Это все для вас. Максимально. Друзья мои, подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. И до завтра. Я надеюсь, кого-то из вас все-таки притянет. Магазин, такое ощущение, что нужно назвать «Сила притяжения». Тогда, может быть, кто-то подтянется, а? Навряд ли. Не в имени дело. А в чем же дело? Это надо с таким вопросом выйти в интернет. Ну, хорошо. Выйдем. Подписывайтесь! А я уже сказал, да? А что это кору? Короче, всем пока. Вот это хорошая ля вещь. А что ее не берут никто? Я не знаю. Хотите? Забирайте. Все, ушла, короче.